Сегодня мировое сообщество празднует 54-й день рождения смайлика, сегодня ставшего универсальным способом передачи своих эмоций в наше время. По устоявшейся версии, автор этого чуда – американский художник Харви Болл. В 1963 году он изобразил этот символ для страховой компании, которая таким образом хотела поднять мотивацию и моральный дух своих сотрудников. С каждым днем число таких изображений неустанно растет, смайликам посвящают даже фильмы. А как кунгурики относятся к такому выражению своих эмоций? Таким вопросом задала сегодня наш корреспондент Анна Качанова. Первый смайлик, появившийся 54 года назад, выглядел именно так. Изменению подверглись размер, форма, цвет, ну а самое главное – количество. На данный момент их уже около 600. Сегодня мы предложили кунгурикам придумать свой личный смайлик для кунгура. Что из этого получилось, смотрите сейчас. Сегодня мы пополнили копилку смайликов еще 5 символами. Они оказались красочными и интересными, поэтому выбрать однозначного лидера нам не удалось. Но пока горожане были заняты творчеством, мы нашли своего смайлика. Он оказался не символом города, а символом осени, что еще раз доказывает, что природа – самый лучший художник. Рисуйте, дарите друг другу эмоции, а самое главное – проведите этот день с улыбкой.